Маленький козленок, который научился считать до 10. Однажды он увидел свое отражение в воде и сказал: «Я это раз!» «Что это ты делаешь?» «Я считаю сам себя!» «Хочешь, я тебя сосчитаю?» «Ну, если это не больно, то...» «Сосчитай!» «Ты что, ты это совсем не больно?» «Только ты не шевелись, а то я считать не смогу!» «Ой, что ты? Я очень боюсь, и моя мама, наверное, не разрешит!» «Я это раз, ты это два!» «Мама!» «Ты чего ревешь?» «Козленок меня сосчитал!» «А это что такое?» «И я научился считать! Вот послушайте! 1 – это я, 2 – это теленок, 3 – это корова!» «Ой, теперь он и тебя сосчитал!» «Я тебе покажу, как потешаться над старшими!» Почему вы гонитесь за этим куцехвостым? А он нас считает. Считал. Ну, это ему даром не пройдет. Что это за спешка? Мы гонимся за козленком. Он нас считает. А ему никто не давал на это права. Да? А как он это делает? Да очень просто же. 1 – это я, 2 – это теленок, 3 – это корова, 4 это бык. А, слышь? 5 это конь.
Ой, теперь он и вас сосчитал. Негодник, ну погоди. Спешите. Мы гонимся за козленком. О. Он нас считает. Считает? А как это он считает? Да очень просто. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это свинья. Ой, теперь он и тебя сосчитал. Ну? За это он поплатится! Вот и я ему! Я умею. Тогда пересчитай всех нас скорее. Парусник может выдержать только 10 пассажиров. Скорее. Один. Это я. Два. Это я. Три. Это я. Четыре. Это я. Пять. Это конь. Совершенно верно. Шесть. Это я. Семь. Это кот. Восемь. Это пес. Девять. Это баран. Десять. Это капитан Гус. Ура! 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 Козленку! Козленок с тех пор так и остался на паруснике. Он теперь работает контролером и считает пассажиров. А теленок пошел учиться в школу.